Доброе утро всем. У нас вот такая погода. Пасмурная даже обещали. Эти, как их там? Оля, детелит. Осадки, в общем, дождик. Но не знаю. Почтальон едет в конце, свет в конце туннеля. Нежданно-негаданно пошел дождь. Да. Ну ничего, мы тут рядышком. У меня есть зонт на работе, но я его отдала клиентке. Я говорю, она что-то, да нет, не надо. У нас, смотрите, ресторан, как видите, там под этой оформил своими столы. Ой, вы чуть на меня не упали. Она такая, да нет, не надо, а то как же. Я говорю, да мне-то еще, говорю, он зачем нужен? Я-то, что мне там укладывать-то? У меня нет укладки, говорю, это вы только уложились. И сейчас намочите всю красоту. Смоет. И все, вот смотрите, я вышла, зашла в этот туннель. Блин, Чарли какает. Чарли какает. В общем, зашла в туннель и вышла. У меня машина прям вот за поворотом. Поэтому, да, вон так дождь-то капает, хотя передают прям сильный. Погода меняется. И, в общем, не знаю, на завтра или на послезавтра. А у меня самое интересное, белье висит, ведь, а? 2 дня уже висит. Оля. Теперь будет. Вчера мне лень было его снять. Думаю, послезавтра сниму. Ага. Ну, теперь оно сырое. Это время сырое. Ну, вам. Варю спагетти с фрикадельками. Пойду наверх схожу. Может, не все так... Ой, блин. Потеряно и не совсем... Все намокло. Потому что дождик, в принципе, не сильно лил. Не, нормально. Влажный, конечно, но нормально. На улице хорошо. Может быть, снег навалит хоть серой Неваде. Ну, фокусируйся. А то прям без снега, это как-то горнолыжный курорт и без снега, как что-то не то. И поедем на снег, на санках кататься. По субботам у меня вот такой спорт. Подниматься оттуда, вот сюда. Дождь закончился, но пасмурно. И ветра нет. Все. Залезла. Теперь можно идти поработать. Вообще состояние, конечно, сонное. Я даже, знаете, там одним глазом прикимарила. Все как надо. Так вот. За туристов смахну. Если бы честно, если бы не работа, я бы, наверное, всеми двумя глазами прокимарила. Хотя не люблю днем спать, потом башка болит и состояние очень такое, как бы, ну, не состояние. Я спать днем не люблю. В том плане, что потом себя не очень хорошо чувствую. Кто тут у нас шумит? Кто-то шумит, видите, все слышно, деревня.
закончила работу. Сейчас смешно так было. Ко мне заходит, в общем, иностранец какой-то, по-испански не бе, не ме, и начинает мне объяснять. Но он ко мне уже приходил пару раз, что ему подстричься. Вот. Но мы ему объясняем время. У меня клиентка еще постоянная сидела. Вот, я ее укладывала, и мне там осталось буквально 20 минут ее уложить, и все. И мы, вот, я начала объяснять этому мужчине, говорю, через 20 минут. Я уже ему и так, и сяк. И вот мы вдвоем с этой клиенткой ему объясняем, что через 20 минут все, я уже все, освобожусь и могу его подстричь. Нифига не понимает. Мы уже не знаем, как ему. Я говорю, сейчас напишу. Я ему написала, что вот в это время, через 20 минут, приходи. Он смотрит на это числа и опять не понимает. Клиентка такая спрашивает, ну ты ему цифрами написала? Я говорю, ну да. Я ему уже пишу числа, показываю часы, говорю, вот сейчас вот столько, а прийти надо вот столько. Он так, окей. В общем, я укладываю клиентку, проходит время, его назначенное время уже пришло, а его нету. Мы сидим, смеемся, говорим, может, он не на сегодня имел в виду. Говорю, а на какой тогда день он имел в виду? Когда он, говорю, придет в это время? Смеемся такие, сидим. Мы потом глядим, заходит. Мы такие, ну все, говорю, значит, мы друг друга все-таки поняли. Вот представляете, вот так живут здесь англичане, французы, годами живут, по 10 лет живут, по 15. И это вот Чарли с кошками, у него такая дружба, побежал. Сам их боится. И вот они живут годами, и вы знаете, они язык не учат. Я не знаю, они вот все считают, особенно англичане почему-то, что все должны знать английский язык. И они вот не считают нужным учить язык. Я не знаю, как. Причем как живут. Чарли, бен таки. Он за кошками гоняется, а? Заведи вот так кошку дома. Вот так вот. И это вот он давно ко мне ходит, так изредка, ну постоянно, не изредка, а постоянно. Отрастут волосы, он, ну, опять приходит подстригаться. И нифига. Я говорю, хоть на бумажке написал бы, что ему надо. Я сейчас, в общем, иду в Меркадону. Там яйца купить, туалетную бумагу. Такие, как говорится, что особо необходим. Перековины кочи. И фруктиков каких-нибудь. Хурму. Хурму, та невкусная. Может быть, там хурма или еще ананасик какой-нибудь посмотрю. Ну, в общем, так, по мелочи. Ну, вы знаете, как бывает, да? По мелочи пойдешь, две сумки наберешь. Пришла за хурмой, а здесь ее и в помине нету. А я сейчас в Алькампу съезжу, он рядом. Манго. О, спелая, кстати, почем? 2,85. Дорого, конечно. И откуда оно? Возьму одну штучку на завтра. Десертом будет. А может еще взять вот это? Нет, нет. Вот это прям вообще спелое. Они спелые прям. Могли бы подешевле поставить. Раз оно спелое. Черемое у нас €99. Дешевле, чем манго. Сок вот можно выжать. Вот тут машинка стоит. Вот бутылочка маленькая стоит €19. Литр стоит €2,99. Свежевыжатый сок. Вот. Может быть, клубнику какую-нибудь купить. Так, а почему у нас клубника? Клубничка моя, как тебе не стыд. Ух ты, сколько бахады депри. А, это виноград. Черный, без косточек, наверное. Да, без косточек. Может, мужа побаловать, 2,13. Так, а почему у нас клубника? 3,16 €. 5 рублей килограмм, 6 евро килограмм. В Алькампу посмотрю, в овощи, эти фрукты. Так, тут вот что-то вообще какой-то погром, ничего нету. Пойду туалетную бумагу возьму и в Алькампу поеду со всякими зеленушками. Вы знаете, очень удивительно. Сейчас расскажу вам, в чем удивление. В общем, у меня вот тут стоял второй вот такой кактусенок, если вы помните. Он стоял вот тут у меня всегда. Муж его два раза полял. Он вот так вот за наушниками лезет. И вот этим вот фигней, халатом, короче, сваливает его.
Ну и пока он свалил его, что все, выбросила. Ладно, фиг с ним. Но я заметила, что вот этот цветок тоже был свален. А здесь как он его свалил? Как он его свалил? Он пытался запрятать улики. Потому я пришла, когда сегодня... Нет, утром. Помню, я сегодня такая смотрю, везде как-то какой-то мусор непонятный. Я включила робот. Кстати, он вон там застрял, как всегда. Я не знаю, у него, наверное, запрограммировано. Он все время лезет под этот шкаф и там застревает. Да, моя рыба сладкая. Видите, все игрушки Чарлины сложила, чтобы пропылесосить. Вот. Думаю, откуда грязь такая взялась? Вот. А сегодня такая, смотрю, вот там вот под этим тоже грязно. Смотрите, видите? Везде валяется. И потом беру такой цветок и вижу, что в нем какие-то штуки, какие-то бумаги, какие-то... В общем, непонятно что. Знаете, что это такое непонятно что? Это он подмел в совок. А в совке, ведомо, вот это вот непонятно что было. Он в совок подмел все это и обратно в цветок мне вывалил. Тут, конечно, вот. У него он хотел, он пытался улики запрятать. Но все это дело не в этом. Дело в том, что как? Как и зачем? Что? Что он там делал? Вот это вот, когда сейчас придет, мне очень интересно. Вот что он ответит. Вот шкафов наверху нету, чтобы куда-то лезть, что-то брать. Если отсюда что-то брать, ну никак его. Ну, если надо волчком крутиться вот так вот, чтобы он свалился. Причем свалился этот, а эти нет. Зачем? Как? Я, короче, у него спрошу сегодня, скажу, ты вредитель цветов моих? Тебе мои цветы не нравятся, что ты их один за другим хочешь уничтожить? Так, а этот что сохнет, не пойму. Нет, нормально, сырой. О! Это еще что за концерт такой? Ты что отвалился еще у меня? Или тебя тоже валяют? Вредитель цветов, представляете? Я не знаю, как он так сделал, что он... Нормальный лист, что отвалился? Или тебя тоже, блин... Досталось. В общем, знаете, что в Алькампу я не поехала. Везде народу столько, как будто они все с голодухи. Вот. И везде машины, везде пробки. Думаю, ну его нафиг, за каким-то ананасом я целый час времени потрачу. В общем, не поехала. Сейчас покажу, что я купила. В общем, что-то ничего не купила, а тридцатник улетел. Помаду купила. В Эль-Меркадоне, кстати, неплохие помадки. Вы знаете, это долгоиграющие, но не сушит рот. Прям такой, вроде бы ничего, цвет, да? 5 евро стоит. Вот, помадку купила. Ну, начнем по порядку. Вот, смотрите, желейки вот такие купила себе, когда сладко что-нибудь. Всего лишь 1 килокалория. Она у нас стоит 98 копеек. Вот, 6 штук. Нормально. Йогурт мужу на ужин. Вот либо он йогурт ест, либо сэндвич ест. Йогурт у нас вот такой 74 цента стоит с тростниковым сахаром. Так, вот такие вот, ну, пыль вытирать. Мне нормально, когда надо, быстренько шух-мух. Евро 35 стоит. Вот такой спрей, чтобы мыть плиту, вообще суперский. Он не только для плиты, он для всего прям классно так чистит. Пшик-пшик, и любая жир, любой жир, все отваливается. В общем, вы поняли, да? Он у нас евро 72 стоит. Вкусняшки для Чарли. Они где-то в районе все евро 30 стоят. Ну, надолго ему теперь хватит. Вот разные вкусняшки. Вот. Я ему давно такие вкусняшки не покупала. Ну, все они евро 19, евро 29, вот так. Так, а где этот? А, вот он. Ветчина вот такой для сэндвича тоже, говорю, муж ест. Вон он в сэндвичере вот это делает. Ему прям нравится. Я еще ни разу не пробовала. Надо тоже как-нибудь попробовать. А то он прям так хвалит. Чего ты, моя радость? Вкусняшку хочешь? Нет, ты уже сожрал. Так, ветчина у нас стоит... Евро 38, 300 грамм.
Лавашики вот такие взяла. У меня там есть шпинат. Завтра себе на утро сделаю шпинат. Блин, сыр забыла купить такой тертый. А то вот шпинат, сыр тертый. И все. И вот этот лавашик. Разогреваешь, кстати, можно даже на это, на сандвичере, и будет классно. Вот эти вот лавашики у нас стоят евро 11 копеек. Вот так, 95 центов диски. Кстати, хорошие диски. Такие есть, знаете, прям вата. Вот им ведешь, и все на морде лица остается. А эти хорошие, прошитые такие, в общем, да. Спрайт купила себе. Я иногда гадость такую пью. Какой-то поменьше сахара там. Ну да, он не сладкий был. Вот, ну уже он тут. Там он. Сколько он у нас стоил? 40 копеек стоил. А, бумага туалетная. Зачем ездила-то? В машине тоже лежит. Ждет своего часа. Сумка что-то неохота мне было тащить. Там 12 штук, 3,80. Еще ты мне открыл, чтобы мне весь холод сюда заходил. Закрой дверь. Вот так у нас дверь закрывается. Сейчас буду посуду мыть. Целая раковина. Моешь ее, она никуда не девается. И постоянно есть. 12 яиц. Элька. Средние такие. Евро 45. Потом вот такой набор. Буду варить бульон. Очень мне нравится. Здесь говядина, курица и вот все вот эти вот маслы. Вот сало. И вот такие маслы, которые придают бульону вкус. Очень вкусные. Он у нас стоит вот 4,35. В понедельник, может быть, сварю или еще что. Ну и все. И манго. Вытянул у меня на 2,97 2 манго. Что-то так дорого. А что они там? На килограмм потянули 2 манго? А что так много? А давайте проверим. Че? Весы есть. Упс. А то что-то, мне кажется, много. Хотя не один весит 519. 937 грамм. 940. А тут на 100 грамм обманули. Представляете? Как обманывают. Ой, а вот уже не обманули. Ну-ка. А сейчас не обманули. А, это у меня, наверное, такие весы. Да, точные. Обманули дурака на 4 кулака. И все. И тридцатника нету. 29,64 копейки. Кушает. Придется теперь ждать, пока он поест. Потому что если я пойду от кухни, он тоже пойдет. Мне так нравится, когда он ест. Он так смешно ест. Дима ест такой слезкой. Кушай, не отвлекайся. Не смотрим. Не смотрим. Нанесла масочку. Она вот такая в Primor брала какая-то. Она дешевая. Или не в Primor. В Primor, по-моему. Вот эта часть для глаз, под глаза. А это на лицо. Только почему-то она тут желтая выглядит. Она мне на нифига не желтая. Она вот уже впиталась. Ну, я под глаза, на глаза, везде, короче. Намалевала. Правда, даже это в глаза попало и начало щипать. Вот так вот намазала. Сейчас еще минут 10 похожу. Хотя, знаете, она уже впиталась и немного начинает стягивать кожу. Вы знаете, наверное, да, когда маска начинает стягивать кожу, ее надо снимать, потому что она уже не отдает влагу, а наоборот забирает с кожи. Так же вот с глиняными масками. Когда написано там 15 минут ее держать надо, надо ее держать до тех пор, пока она начинает стягивать кожу. Когда начинает стягивать кожу маска, значит, она уже не отдает влагу, а наоборот забирает из кожи. Поэтому надо быть аккуратнее. Так что завтра буду красивая, без морщин. Да, кстати, вот тут вылезли гады в морщинке. Надо их замазать вот так вот. Пускай они насыщаются. Ну, а теперь уже поздняк метаться. Вот так. Вот. Буду с вами прощаться до завтра. Завтра вы меня увидите молодой и красивый. Но это будет завтра. Кстати, всех с праздником, с крещения. Желаю вам крепкого-крепкого здоровья.
И остальное все приладится. Всего самого наилучшего и всем пока-пока до завтра.